Одной из площадок регионального чемпионата стал Чебоксарский профессиональный колледж имени Никольского. Педагоги и учащиеся колледжа – постоянные участники чемпионата. Здесь расписан каждый день. Компетенций несколько. Графический дизайн, ремонт легковых автомобилей. Уже к знакомым добавляются новые. Предпринимательство, организация экскурсионных услуг – эти две компетенции для нас новые в этом году. То есть мы уже новые направления открываем. Наши преподаватели, студенты уже смело входят в другие площадки. На базе колледжа работают 114 конкурсантов из 16 образовательных организаций республики. В их числе студент 4-го курса профессионального колледжа Николай Крылов. Ремонт легковых автомобилей для него – увлекательнейшее дело. Мне нравится это занятие, это полезно. Сюда я поступал для себя, чтобы в машинах разбираться, свои машины ремонтировать. Чемпионат рабочих профессий – это своего рода кадровый резерв. Многие работодатели внимательно следят за конкурсом, подбирая себе будущих работников. Некоторым предлагают работу уже, когда они на стадии финала. Вот кто уже вышел на финал с тех областей, с регионов, им предлагают уже работу. Хорошие теоретические знания плюс практические навыки. Что может быть лучше для профессионального старта? Александр Соловьев, Бахтияр Велиев, Республика.